Для этого делаются и онкомаркеры, да, которые могут нацелить, допустим, пациентов или врача, да, на то, что у них там какие-то есть изменения, и пройти дальнейшее более детальное обследование инструментальными методами, там, рентгенологическим, там, ультразвуковым. Да. Вот. Поэтому, конечно, это очень правильно. Онкологические заболевания должны диагностироваться быть на ранних стадиях, для того, чтобы вовремя успеть помочь пациенту, да, чтобы, возможно, совсем избавиться от этого тяжелого недуга.